смотрит. Это мой шанс поесть снеков. Ах, почему так трудно открывается? Ну, давай же! О, нет! Пакет разорвался! Конец моим мечтам о вкусняшках. Эй, смотри, бесплатные конфеты! Круто! Стойте, это мои конфеты? Убирайтесь! О, одна осталась. Да ладно, вы издеваетесь. Это так раздражает. Ничего себе, у нее разобрали все конфеты. Может, я смогу помочь? А, что это ты делаешь? Пс, эй, я знаю, как решить твою проблему. Взгляни-ка, это моя свинка. Давай, нажми на пятачок. Видишь, это диспенсер для конфет. Я покажу, как его сделать. Сперва берем вот такие детали из картона и прикрепляем еще три. Затем добавляем основу. Для следующего этапа нужно больше картона, а также несколько штырей. Берем вот такую деталь, штырь и две небольшие резинки. Теперь это можно легко поместить в корпус, который мы делаем. Вставим вот так и наденем резинку на эти штыри. Используем пинцет, так будет проще. Не забудьте приделать резинку и с другой стороны. Теперь надавим, и выпадает конфетка. Супер! Накроем крышкой и добавим желобы для конфет. Переднюю часть машины тоже надо закрыть. Почти готово. Добавим пластиковый контейнер для конфет. И милую крышечку, чтобы конфеты не рассыпались. Гляди, ее легко открыть, чтобы добавить сладостей. О, до чего аппетитно! И так красочно! Закроем крышкой и добавим немного декора. Вау! Конфеты просто отпад! Но эта милая свинка даже круче. Ладно, мне лучше вернуться на свое место. Сделала тебе вкусный полезный полдник. Нет, не хочу эту гадость. Хочу бургер. О, нет, тебе нельзя. Лучше здоровая пища. Вот, давай, попробуй. Увидишь, тебе понравится. Я сказала нет, хочу гамбургер. Ну это мы еще посмотрим. Гляди, а вот и яблочко. Вот так, открой ротик пошире и кусай. Ну же, солнышко, ты ведь любишь яблоки? Ладно, как насчет этого сладкого батончика? Оп! Ух ты! Я люблю сладкие батончики! Ам! Он все ближе и ближе! Нет, я сказала никаких яблок! Хорошо, попробуем вот так. Гляди-ка, Энни, кто это? Все верно, это мистер Мишка пришел в гости. Да-да, ну же, обними его покрепче. Прекрасно, она отвлеклась. Нужно действовать быстро. А? Нет, я это не хочу. Противные яблоки. О, у меня кончается терпение. Должен же быть какой-то способ. Она говорит, что хочет бургер. Есть идея. На этот раз она меня не перехитрит. Пора соорудить фруктовый гамбургер. Яблоко заменит булочку. Из киви выйдет зелень. Кусок персика вместо мяса и клубника с бананами для приправы. Можно даже сделать яблочную картошку фри. Дорогая, я сделала тебе бургер, как ты просила. Ух ты, целый бургер только для меня. И с жареной картошкой. Картошка фри моя любимая еда. Да, наконец-то. Вкуснятина, это лучший бургер в мире. Ах, моя дорогуша. Вот это поход по магазинам. Я так много всего купила. От шопинга хочется пить. Ну же, мне попить нужно. О, почти. О, держу. О, да что ж такое? Похоже, тебе нужна помощь. А откуда ты взялась? Зацени-ка. Эй! Это не бесплатно. А если и так? Приятно иметь с тобой дело. У-у, так интересно. Куда она делась? А, неважно. Окей, попробуем. Открою вот так и прикреплю к одежде. Надо собрать вещи. Да, много я накупила. А лимонад поместим в держатель для напитков. Так гораздо лучше. Хорошо, у меня получится. Ну, держись, Шерил. Да-да, я это и раньше слышала. Какие крутые игрушки и гаджеты. Я все это хочу. Они мои. Готово? Начали! О, это так трудно! А? Я выиграла? Не знаю. Врум! Посмотрим. Я все его игрушки упаковала. О, не забыть бы его шляпу. И мою книгу. И салфетки на случай, если он испачкается. О,
Уже полная. Ну же, давайте. Вы уместитесь. Отлично. И что теперь? Хм, с чем это он там играет? Ха-ха! Эй, мамочка, это мое! Хорошо, достану из контейнера игрушку. А теперь можно наполнить его салфетками. Контейнер маленький, но салфетки удобно складываются. Вот так. Этого должно хватить. И в сумке осталось свободное место. Эй, мам! Гляди, как я могу. У меня лицо из чипсов. Да, это очень умно. Молодец. Только погоди минутку, я достану салфетки. Давно у меня не было таких хороших идей. Чудесно. Мама просто хочет вытереть твое личико. Готово. Теперь ты опять чистый и красивый. Ах, какой чудесный вечер. О, надо же. Солнышко, гляди, утки. Мам, я из-за тебя облился. О, боже. Что ж, не волнуйся, я все исправлю. Видишь, у меня остались салфетки. Вот так. Я все подтерла. Твоя футболка как новая. Чем пить газировку, съешь лучше это яблоко. Брум! Биби, берегись! Дорогу! Дина, грузовик тебя поймал! Солнышко, что ты там делаешь? Милый? Милый! Мама с тобой разговаривает. О, твои ручки все в грязи. И опять на помощь придут салфетки. Вот, давай вытрем ручки. Придется тереть как следует. Прекрасно, руки снова чистые. Вау, спасибо, мам, ты лучшая. Пахнет отлично. Играешь, солнышко? Мама, я шеф-повар, я готовлю ужин. Но мне нужно больше ингредиентов. Ненавижу гладить белье. Это так скучно. Шерил, что ты делаешь? Я же говорю, готовлю ужин. Моя косметика. О, нет. О, я кое-что придумала. Ситуация критическая. Ага, как раз то, что нужно. Это меня выручит. Готовить так просто. У меня кое-что для тебя есть. Ну и беспорядок. Нужно это убрать. А? На, держи. Вау, спасибо, мам. Вытащу хвост вот так. Ух ты, сколько маленьких бусинок. Растяну это поверх контейнера. Использую помпу, чтобы сделать шарик. Гляди, мамочка. Добавлю блестки. О, так красиво. Что дальше? Приятно нажимать. Тоже кладем сюда. О, можно еще положить попыт. Что еще? Больше блесток. Зацените эти цвета. О, слайм. Обязательно добавим. Аккуратно. Это так интересно. А сейчас закроем крышкой. Вот это да, потрясающе. Смотри, мам. Чудесно, милая. Шерил, не надо. Сейчас еще один шарик сделаю. Нет! Посмотрим, куда бы их? О, ничего себе, столько ножей? Так совсем не годится. Что если моя малышка сюда зайдет? Она может пораниться кухонными приборами. О, нет, этого нельзя допустить. Нужно положить все это туда, где она не найдет. О, так гораздо лучше. Теперь она будет в безопасности. Хорошо, подберу вот эти игрушки. Секунду. Угол стола такой острый. Чуть ли не хуже, чем те ножи. Она может его задеть. О, нет, только не ее милые коленочки. Не хочу, чтобы она ушиблась и расплакалась. О, нет уж, только не это. Я не потерплю смертельную ловушку в доме. Вот так, подушки смягчат все углы. Больше никаких острых выступов, проблема решена. Хм-хм, не забудем запереть дверь. А, постойте, розетки, электрические розетки. Нет, чем она занята? Это опасно! Нет! Моя деточка, остановись сейчас же! Никогда не сунь ничего в розетку! О, в каком ты виде? Грязнуля! Сейчас попробую тебя очистить. О, что же мне с тобой делать? Хм,
Эй, погодите-ка. Крышка от салфеток может помочь. Да, именно то, что нужно. Надо лишь внести парочку изменений. Вот, хорошо, снимем крышку. И прикрепим ее поверх розетки. Отлично подходит. Так ее любопытные пальчики не попадут внутрь. Окей, веди себя хорошо. Мамочка скоро вернется. Чуть не забыла. Утюг. Так я никогда не выйду из дома. Нужно много кофе. Доброе утро, мама. Что ты хочешь на завтрак? Фростис, фростис, фростис. Ладно. Вот, пожалуйста. Сейчас принесу тебе миску. Чистых не осталось. Надо купить посудомоечную машину. Может, эта ложка подойдет? Нет. Фу. Что же делать? Может быть, если... Ага, есть одна идея. Надрежем здесь, потом вот тут. Мам, еще немного. Вот так. А теперь молоко. Удобная чистая миска. Держи, лапочка. Ух ты! Спасибо, мамочка. Огромная миска хлопьев только для меня. Пусти меня. Тебе нужно сходить по-большому, золотко. Ладно. А? Что это было? Эй, няня. А ну, вернись на место. Это нечестно. А, постойте. Опять? Какие-то проблемы? Мы не можем тратить на это весь день. Желаю что-то придумать. Пока. Должно же быть решение. О, я знаю. Фу, я это есть не буду. Лучше поиграю. Эсси, гляди, что у меня есть. Хотите кушать, мистер Фламинго? Вот, пожалуйста. Похоже, вам нравится. О, он и правда это ест. Но ему нужно сходить в туалет. Ничего себе! Я хочу посмотреть. Он правда будет какать? Устраивайся поудобнее. Вот так, поехали. О, похоже, ты долго терпел. Еще не все, ага. Вау, реально какает. Я тоже хочу. Умничка. Ты можешь идти, я справлюсь. Здесь только ты и я, мистер Фламинго. Какая хорошая девочка. О, что она сегодня ела? Глаза щиплет. Завтракать. Чудесная густая овсянка. О, я это есть не буду. Даже не надейся. В ней столько полезного. Куда она убежала? А ну, вернись. Каша остынет. Прекрати это. Не поймаешь, не поймаешь. Эй, я здесь. Что же ты? Ну все, хватит. Надень вот это. Футболка? Я в ловушке. Мне это не нравится. Какие вкусные комочки. Самолет летит. Ням-ням-ням. Вот так. И почему я раньше не додумалась? Да, дорогая. О, это просто прыщики, мам. Все из-за конфет. Какое у нас правило насчет конфет на завтрак? Ты сама все знаешь. И хватит расчесывать прыщи. Может, мне как-то тебе помочь? Яйца. Я знаю, что делать. Если ваш ребенок думает только о конфетах, пусть его завтрак по форме напоминает сладости. Выливаем белки в формочку. А сверху крышечки. Какие забавные фигурки. Отправляем все на плиту. 15 минут и готово. Когда немного остынут, снимите крышки и залейте сверху желтки. Отлично! Выглядит просто невероятно, не так ли? И последний.
Снова накрываем крышками и варим еще 15 минут. Вот что получится. Переложите на доску и порежьте, чтобы увидеть, что внутри. Насадите на шпажку вот так. Леденцы на завтрак готовы. Давай, налетай, дорогая. Эти намного полезнее. Вкусно. И мама снова побеждает. А вот и моя награда. Не сделали в салоне. Что такое? Кругом грязные следы. О! Они ведут сюда? О, нет! Ванная! Есть тут кто? Грязь повсюду! Там что-то есть за занавеской. Не надо бояться. Ага! О, привет, мам! О, грязнуля! Погляди на себя! Шоколадки? О, а я уж думала это. Отдай мне шоколад. Но это мое. Давай сюда быстро. Это нечестно. Ты все это съела сама? Есть идея. Кладем шоколад в глубокую миску. Растопим его вот так. Теперь окунем в шоколад ложку. Добавим посыпку. Вуаля! Шоколадный десерт готов? У меня кое-что есть для тебя. О, вау! Держи. Обе для меня? Круто! Спасибо, мам! На здоровье, солнышко. Теперь нужно все здесь убрать. Это же мои любимые чипсы! Я хочу их съесть! О, да! Ну вот, другое дело! Солененькие! Ты что там делаешь, дорогая? Я уже заканчиваю тесто. Теперь сыграем по-крупному. Уже готово? Потерпи. Это не так быстро. Давай я помогу ускориться. Можно я открою? Была не была? Нет. А? Эй! Ты поранишься. Займись пока сыром. Надо натереть сыр. Ха? Стоп! Дай сюда. Ладно. Я думала, готовка это весело. Смотрите, какие сосиски. Она же не заметит, если одна исчезнет. Ха-ха! Ты моя. Я люблю есть сосиски по кусочкам. Хи-хи-хи. Микки! Нет! Положи пилу. Я тут шеф-повар. Тебе понравится. А-а-а! Мам, смотри. Чего? Целое, видишь? Погоди-ка, я знаю безопасный способ. Просто положи сосиску сюда. Осторожно, это будто маленький домик для сосиски. И раз. Как будто магия. Отлично, теперь насыпай. Эта пицца уже выглядит такой аппетитной. И будет еще лучше, когда приготовится. Ну что, как тебе? Наша домашняя пицца готова? Не так уж и плохо, да? Вау! Я вихрь! Я кручусь и верчусь! Берегись! Я самый быстрый вихрь на свете! Лиззи, хватит! Кончай бегать! Иди сюда и сядь за свой столик! Гляди, вот набор для творчества! Почему бы тебе не нарисовать картину? Наконец-то все тихо! Ничто не отвлекает! Постойте-ка! Что это у нее на лице? Сколько можно? Опять? Думаю, лучше все это у нее забрать. Лиззи, что ты творишь? Нож желтый нужен для моей картины. Как она может так быстро все пачкать? Она меня с ума сведет. Что же делать? О, драже. Есть прекрасная идея. Использую эту форму для льда и конфетки. Так, добавим в лотки немного драже. Разделим их по цвету, конечно. Теперь нальем воды.
Последняя ячейка. О, краска уже пропитала воду. Вода делается цветной. Теперь можно вынуть конфетки и поставить форму в морозильник. Лиззи, родная, вот тебе замечательные краски. У-у-у, они красивые и очень вкусные. Сейчас я дорисую свою картину. О, какая прелесть! Мое сердце тает. Спасибо тебе огромное, Лиззи. Ты потрясающий художник. В своей комнате. Что-то я проголодалась, пока рисовала. Живот так сильно урчит. Мам, я знаю, о чем ты думаешь. Как здорово! Это же черника. Вот это вкуснотища. Спасибо. Люблю тебя, мам. Материнство – это так грязно. Пахнет чем-то вкусненьким. Эй, мам! Мама-мам! Ты за этим пришла, я так понимаю. Держи, дорогая, наслаждайся. У-у-у! Что это было? Венди! Да что такое? Не получается! Закончилось! Мам, да еще одно! Это просто невероятно! Но, кажется, я знаю, что делать. Я жонглирую! У-у-у! Эй, мамочка? Да, я проголодалась. Я знала, что ты это скажешь. Тебе повезло, я подготовилась. Эта штука отмерит идеальную порцию. Дай-дай! Вау! Спасибо, мам! Вкуснотища! Да, в этой игре мне нет равных. Нет, опять проиграл. Надо заново начинать. В этот раз точно не проиграю. Повязка на голову, перчатки и наушники. Я обязательно выиграю. Ну все, вперед! Да, я лучший. Получается, вот тебе. Еще. Следующий уровень. О, этот парень не сдается. Да, последний уровень. Тут реально трудно. Да, я выиграл. Я знал, что так будет. У-ху! Эй, секунду. Что там написано? Я проиграл? Но! О боже, Джаред, в чем дело? Что с тобой? Что-нибудь болит? Я проиграл, видишь? Проиграл в игру? Что ж, может лучше займешься вот этим? Зачем мне игрушечный рожок с мороженым? О, чем же мне помочь? О, возьмем вот это. Думаю, у меня есть идея. Милый, одолжи мне свою игру на секунду. Я сейчас. Берем круглый кусок фоамирана и складываем вот так. Поместим его на чехол. А еще мне нужны сдутые воздушные шарики и резиновые мячики. Да чего мило. Приделаем все к чехлу телефона. Вот и все. Джаред, я вернулась. И у меня есть для тебя сюрприз. Ну ладно. Воу, что это на телефоне? Круто. Спасибо, мам. Ты лучше всех. О, зацени. У зеленого чувака прыщик. Сейчас его выдавлю. Ух ты. Здорово, мам. Не думала, что так получится. Желаю весело поиграть, милый. А мамочка поспит немного. Вероятно. От конфет я тоже не могу оторваться. Они такие вкусные. О, розовая. Мой любимый вкус. Привет. Что это за конфеты? Объедение. Дай мне. Я хочу еще. Обожаю конфеты. Пока, мам. Пропали мои вкусняшки. Нужно что-то придумать. Окей, нужно добыть еще сладостей на кухне. Она не видит. Попробую взять второй пакет. Получилось. Да, еще конфетки. Спасибо, мам. Просто невероятно. Ладно, здесь она меня не найдет. Привет, мам. О, спасибо. Я просто хочу поесть конфет. Нужно действовать тише и хитрее. Фух, кажется, горизонт чист. Секундочку, у меня появилась идея. Это упаковка влажных салфеток. Да, может получиться. Разумеется, сперва вынем салфетки, а также уберем пластик из отверстия. Теперь можно насыпать внутрь конфеты. Поглядите, здесь все уместилось. И закроем крышку. Тут конфеты никто не найдет. Съем одну прямо сейчас. О, как здорово! Возьму вот эту, желтенькую. Так вкусно! Я очень люблю конфетки. В чем дело? Почему все трясется?
О, нет! Вода в стакане! Она идет сюда! Она уже здесь! Привет, мам! Эй! Пахнет конфетами! Где ты их прячешь, мам? Что? Нет у меня никаких конфет, только эти салфетки. Сейчас посмотрим. Не думаю, что здесь конфеты. Окей, запирай. О, может, конфетки там? Она ушла. О, наконец-то мир и покой. И, конечно же, вкусные конфетки. Этот огурец такой свежий. Порежу его для салата. Эй, привет, пап. Пап, пап. В чем дело, Лиззи? Мне скучно. Ты поиграешь со мной и моим другом-монстром? Дорогая, сейчас не могу. Я делаю салат. Ну, пап, папа, давай вместе нарисуем картинку. У меня есть бумага. Лиззи, ты же видишь, я нарезаю овощи. Я занят. Пап, пап, смотри, это я тебя нарисовала. Видишь? Милая, это очень удачная картинка. Но папочка очень занят. Папочка такой нехороший. Он об этом пожалеет. Папа скучный вонючка. На-на-на-на-на-на. Мне просто нужно доделать салат, ясно? Нет, вот твои помидоры. Дорогая, ну же, они мне нужны. Прекрати. Не поймаешь, не поймаешь, я быстрее тебя. О! Отдай их сейчас же. Милая, я не шучу. Послушай, если тебе нечего делать, как насчет полезного перекуса? Ладно, наверное. Но я не хочу есть кожуру. Слишком трудно очистить. Мне нужна помощь. О, ножик! Постой, что если он слишком маленький? Эй, вот этот ножик побольше. Нет, тоже маловат. У-у-у, вот то, что мне нужно. Этот топор просто огромный. Возьму его. Вот так. Иди сюда, топорик. Нет! Стой, даже не думай. Ох, милая, тут не нужен топор. Это чересчур. Смотри, я покажу, как надо делать. Возьмем еще одно яблоко. Теперь повернем ручку, и гаджет сам снимет кожуру. Он пройдется по всему яблоку, пока все не очистит. Держи. Выглядит хорошо. Думаю, я откушу кусочек. Вау, я хочу эту штучку. Хорошо, держи. Желаю повеселиться. Можешь чистить яблоко, как тебе угодно. Да, просто поверну ручку. Ого, он чистит мое яблоко. Больше никакой кожуры. Спасибо тебе, пап. Что ж, пожалуйста, почему бы тебе не съесть это яблочко? А может, ты хочешь моего салата? Ну, как хочешь. А сопли пахнут? Вроде бы нет. Солнышко, я пришла из магазина. Ты скучала? Сейчас распакуем продукты. Воу! Что там у нее в сумке? Может, конфеты или чипсы? О, шоколадная паста! Это лучше всего! Мне так ее хочется! Возьму прямо сейчас. Что тут еще? О, хорошо, осталось совсем немного. Вот яблоки. Положу вот здесь. О, Лиззи, ты меня напугала. О, ты хочешь вкусняшку? Та-да! Как тебе вот это? Да, моя любимая, спасибочки. А, да чего она милая? Хорошо, что... Ням-ням-ням-ням-ням. Что может быть лучше? Я хочу еще. О, нет, так дело не пойдет. Пора ее отмыть. Не вертись, Лиззи. Мне нужно помыть твое лицо и сменить твою одежду. Вот, твои волосы тоже в порядке. Можешь идти. Не могу поверить, как быстро она измазалась. Хорошо, что я вовремя заметила. Ням-ням! Что такое? Банка только что была у меня. О, стой смирно. Мне надо снова отмыть тебя. Вот так. Как она смогла успеть это дважды за пару минут? Думаю, этот пакет поможет найти решение. Милая, дай сюда. Я надену на тебя вот это. Отлично. Теперь продень руки в отверстие. Зачем мне это носить? О, вау, шоколадный спрейт. Ням-ням-ням. О, да чего ж она любит пачкаться. Хорошо, что теперь на ней пакет. Теперь ты нападай. Ух, так много сегодня сделала, что устала. О, взгляните на мою деточку. О, чуть не забыла. Нужно дать ему водички, чтобы он не засох. Нужно как следует его поливать. Фу, получай, лама. Врум-врум. Думаю, теперь моему кактусу хватит воды. О, нужно пропылесосить вон там. Мама ушла в другую комнату. Ладно, голубь против утенка. Кия, вот так. Нет. О, что это было? Кажется, что-то упало. О, нет, моя деточка. Упс, о нет, я разбил горшок. Не бойся, мам, сейчас все исправлю. Постой, Джаред, нет. Я все починю.
Нет, Джаред! Ау, больно! А, мой палец! Ай-яй-яй, у меня в пальце колючка! Мам! Ау, кошмар! Нужно ему помочь! Что же делать? Минуту, пылесос! Эй, вот что может сработать! Это точно поможет достать колючку из пальца! Сейчас! Джаред, дорогой, не плачь! Я тебе помогу! Сиди смирно! О, Джаред, милый, плакать уже не нужно! Все хорошо! А? Эй, колючки больше нет! И палец не болит! Спасибо, мам! Ты лучшая! А теперь битва! Что ж, я рада, что все в порядке! Возвращаемся к уборке!